Анонс и дата выхода первой и второй серии нового сериала «Зверобой». Первая и вторая серии сериала выйдут на интернет-площадке «Премьер» 11 августа. В новых сериях мы увидим, как в центре сюжета оказывается московский следователь Олег Клебников, который во время ареста убивает серийного маньяка-педофила. Преступником оказывается известный человек, который при жизни имел большое влияние. Огласка информации может выставить в плохом свете многих публичных личностей. Поэтому гибель педофила называют несчастным случаем, а Хлебника отправляют в провинциальный городок. Здесь, в забытой богом глуши, главный герой сталкивается с еще более запутанными преступлениями и оказывается перед сложным выбором. В городке появляется убийца, который заставляет заснуть мертвым сном насильников, преступников, садистов. Кто-то называет его народным героем, а кто-то уверен, что он должен предстать перед судом, как все. У убийцы даже появляется свой авторский почерк. На месте каждого преступления он оставляет веточку зверобоя. Так что у Хлебникова появляется еще одна причина связать все эти преступления воедино. На чьей стороне окажется следователь? Это мы узнаем уже в первых сериях сериала. Напомним, первая и вторая серии сериала выйдут на портале «Премьер» 11 августа. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки!